За профессионализм, вклад в общественную деятельность, заслуги в области культуры и искусства, победы в спорте. В Сургутской филармонии в честь грядущих Дня России и Дня города чествовали особо отличившихся. Глава Сургута отметил 35 жителей за достижения в разных сферах и 10 школьников за трудовую активность. Также на мероприятии в книгу почета внесли имена Ольги Пилецкой, это преподаватель Сургутского музыкального колледжа, и Натальи Чуваковой, учителя биологии и естественно-научного лицея. Также они отмечены знаком за заслуги перед городом Сургутом. Традиционно в ходе церемонии вручили и паспорта юным жителям. Сургут – сильный город. Сильный, потому что здесь живут и работают сильные профессиональные люди. Это вы, дорогие друзья. Сегодня Сургут – это экономический центр, культурный центр, центр перспектив и центр возможностей. Спасибо большое за ваш труд, за ваш вклад, за ваш пример молодому поколению. Сегодня как раз с нами участвуют в мероприятии и наши молодые сургутяне, ребята, которые своим трудом в школе доказали приверженность делу.